Дорогие иркутяне, поздравляю вас с днем рождения города. Искренне люблю Иркутск за его уникальную атмосферу, исторический колорит, за его особый сибирский характер. Самые сложные и переломные моменты наши земляки проявляют лучшие качества, неравнодушие, готовность прийти на помощь, поддержать тех, кто в этом нуждается. Мы едины, и в этом наша сила. Именно поэтому столица Прибайкалья будет процветать, отвечая всем вызовам времени. Иркутск с гордостью носит почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Каждый из нас вкладывает в его развитие частичку себя. Как руководитель региональной столицы я горжусь нашими жителями. Спасибо каждому, кто принимает участие в судьбе Иркутска. Убежден, областной центр с каждым годом будет становиться более комфортным, красивым и уютным. Городом, в котором хочется жить и куда хочется возвращаться. Будем верить, что наши дети останутся учиться и работать именно здесь, начнут создавать свои семьи. Мы со своей стороны сделаем для этого все необходимое. Пусть в нашем общем доме, Иркутске, царят мир, стабильность и благополучие. Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых свершений.